Приветствую вас. Я бы, именно я бы предположил бы, что это ваше состояние связано в какой-то степени с восприятием вами своей мужской роли, вот своей мужской, своей женской, простите, роли, своей женской позиции, да, женской модели поведения и блокировки этой роли. То есть связано это может быть с различными факторами, вот такими, например, как неудачные предыдущие отношения, вот обиды по отношению к, значит, мужчине, вот, ну, бывшему мужу, вот, либо активизация каких-то невротичных моментов, связанных с взаимодействием с ребенком. То есть вот это такие могут быть аспекты здесь. Вот это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить с точки зрения именно вот психологии, да? Вот, значит, то есть, как правило, чаще всего речь идет именно про то, что блокируется вот это вот так называемая женская энергия, вот, и, соответственно, возникает боль. То есть боль — это что такое? Это угроза, да, как бы, вот. То есть, что, вполне вероятно, что вы по той или иной причине, да, запрещаете себе расслабляться. То есть вот именно расслабление вы себе не позволяете. Вот. По какой-то причине. Да, то есть как бы по какой-то причине у вас есть основания полагать, что вот расслабиться, да, значит подвергнуть себя опасности. Вот. Ну, соответственно, именно это и происходит. То есть вот это вот то, что возможно вы могли бы назвать угрозой, да, какой-то такой тревожностью. Может быть подводные камни в отношениях. Вот. Может быть что-то такое еще есть, или может быть, вот. То есть это очень важный момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. Вот. То есть боль сигнализирует о наличии некоторых
опасностей, по вашему мнению, наличие некоторых моментов, тревожащих вас, по вашему мнению, опять же, вот. То есть вариантов в целом достаточно много. Вот. Нужно смотреть, что именно представляет из себя специфика вашего взаимодействия с мужчиной. Вот. Потому что есть такое подозрение, да, что именно в отношениях с ним, с отношениями с ним, это как-то связано. Есть такое вот подозрение. Хотя, безусловно, это не точно, да, и тут могут быть различные варианты. Вот, ну, как бы, психосоматика в данном случае, судя по всему, вот, и психосоматика, вот, связана именно с вашей женской полуролевой моделью, вот, поведения. Хорошо это или плохо, ну понятно, что нехорошо, совершенно, конечно, очевидно, но тем не менее, такое есть, раз уж что-то есть, то, ну, никуда от этого не деться, и нужно смотреть, нужно разбираться с этим, так или иначе, вот. Если вы, конечно, понимаете, да, там, что я имею в виду. Вот, как бы без какого-то такого особого нажима, да, то есть просто спокойненько рассмотреть, посмотреть. Зачастую, вот, чаще всего, речь идет больше всего, речь идет про, знаете, страх близости. То есть я не могу эмоционально там, допустим, подпустить к себе человека, да, то есть вот не могу. Боюсь там и так далее. Вот. Чаще всего речь идет про это. Чаще всего. То есть это вот именно что какая-то вот ну, близость, какой-то вот невозможность там вести себя более естественно. Человек боится. Вот. И, соответственно, как бы, этот страх, он дает о себе знать, и может выражаться в виде боли. А, вот. А может быть и другая интересная достаточно ситуация, при которой, например, вы сейчас, вот на данный момент, понимаете, что счастливы, вот, вы понимаете, что у вас в целом вообще вот, все хорошо, да, вот, и вы думаете, что счастье вы не заслуживаете. Соответственно, если вам кажется, например, что счастья вы не заслуживаете, если вы так вот думаете на самом деле, да, что счастье это не для вас, ну вот, то, ну, боль может как раз таки свидетельствовать о том, что вы не заслуживаете счастья. И блокировать ваши
ну, условно говоря, вашу энергию там и так далее. Вот, к сожалению. Такая вот история. Может быть, может быть. Дело все в том, что мужчина, с которым вы взаимодействуете, он представляет какой-то такой, ну, собирательный образ или какой-то образ, ну, как-то напоминает вам что-то из прошлого. Что-то из прошлого, да, и это прошлое, оно вам, ну, как-то не проработано, да, то есть не отработано это прошлое, условно говоря, и вы вот достаточно тяжело, там, условно говоря, там, реагируете на вот, значит, какие-то действия мужчины, вот, сами того не осознавая, да, просто потому что в прошлом когда-то что-то такое было, то есть, ну, что-то вот, что напоминает вам, да, про какой-то свой, ваш прошлый опыт, вот, ну, может быть, этот опыт не очень, мягко говоря, ну, приятный, да, скажем так. Ну, вот, скорее всего, этот опыт неприятный. И, соответственно, это тоже может вызывать какую-то вот боль, это тоже может вызывать какой-то такой негатив, это тоже может вызывать вот что-то такое. Ну, что-то такое вот не очень приятно. Вот. И, соответственно, от чего-то вы защищаетесь. Смотрите, от боли избавляться не нужно. В прямом смысле этого слова, потому что боль это вот то, что нужно. Как это ни странно звучит. Это то, что нужно, ну, как бы нам, да, это то, что нужно каждому человеку, в принципе, вот. Почему, да, почему это нужно каждому человеку? Да, все достаточно просто, потому что, это защита, это защита. И защищаясь, мы в какой-то степени сохраняем свою целостность. Вот. Поэтому воспринимать боль вот так, как вы ее видите сейчас, типа что, как мне от нее избавиться, да, там, я должна от нее избавиться, вот. Но это не совсем корректно, я бы сказал. Я бы сказал, что это не совсем корректно. Я бы сказал, что вы, ну, как бы, ну, в какой-то степени сатисфакцию устраиваете, да, своим механизмом защиты. Вот. Этого делать, на мой взгляд, ну, не нужно категорически, потому что так вы себе не помогаете. Вы себе так, к сожалению, вредите еще больше, вот, и как бы проблемы не решаете, потому что происходит расщепление, образно говоря, между вами и вот вашей болью, да, а это все взаимосвязь. Ага, так что вот примерно такой ответ я мог бы вам дать. Вот. Почему примерно, да? Ну, потому что, ну, нужна больше информации, нужен более
тщательный анализ для того, чтобы разобрать и рассмотреть ваши проблемы, да, как бы, ну, чтобы рассмотреть ваши проблемы, чтобы понять ее. Вот, на данный момент сделать это невозможно, потому что слишком мало информации, да, то есть вы, по сути, никак не раскрываете психологические аспекты своей проблемы. Вот, именно вот что психологический аспект вы не раскрываете свои проблемы. Вот. То есть, ну, то есть, вы просто описываете хронологию, просто описываете там условно свою симптоматику, да, симптоматику именно вашего состояния. Причем, что интересно, по большей части психологического состояния вы описываете. То есть это не... Это даже не психологическое состояние, это физиологическое больше состояние. Вот. И мне кажется, что в этом смысле вы немножечко не в ту степь идете, мне кажется, в этом смысле, мне кажется, вы немножко не туда идете, потому что мы все-таки психологи, да, и боль для нас это психологическая история. Значит, нужно обращать внимание именно на психологические и психические, я бы сказал, состояния ваши. Вот. А об этом вы, к сожалению, практически ничего не пишете. Вот. И, соответственно, это может быть ограничивающим фактором в вопросах помощи вам. Вот, да, ну потому что не совсем понятно, с чем мы имеем дело. Вот. Как бы вы можете, конечно, задать свой вопрос в раздел медицины, да, еще если, ну, хотите там как-то, может быть, не знаю, подтвердить свой, ну, отсутствие, например, да, диагноза, или наоборот, вы хотите там убедиться, что все правильно, да? Вот. Так что по медицинским вопросам обращайтесь в раздел медицины. Я думаю, что это будет вполне справедливо. А по психологическим вопросам это мы с радостью поможем, ну, после проведения анализа или после того, как вы зададите свой вопрос более ориентированно на психологию, то есть более ориентированно на психическую составляющую, на психологическую составляющую, скажем так. Вот. Потому что сейчас это больше как-то вот все-таки ну, как будто врач, как будто вот мы как будто бы врачи, понимаете. Вот, мы все-таки не совсем врачи, вот, мы больше все-таки именно психологи. Работаем мы, ну, соответственно,
непосредственно с человеком, да, с его переживаниями, вот, и уже как бы эти самые переживания, они влияют на телесную составляющую, на, ну, на физиологическую составляющую, и как результат вливается это все в виде вот, какой-то такой, ну, болезненности. Вот. С чем, собственно, мы уже и работаем. Но мы работаем с первопричиной. Вот. Первопричина. Боль не является первопричиной. Просто чтобы, ну, чтобы все прояснить, я вам хочу это сказать. Вот. И, соответственно, здесь нужна более такая, ну, тщательная, я бы сказал, аналитическая работа. Вот. Я не знаю, безусловно, я не знаю, я не могу знать, ну, готовы ли вы к ней, да, готовы ли вы к этой работе или нет. Вот, может быть, не готовы, может быть, готовы, но в любом случае вы можете это сделать. Вот. Даже просто обратившись с своим мужчиной, да, вот, к нам за помощью, вот, то есть вместе с вашим текущим партнером, да, вы можете обратиться, вот, и получить квалифицированную помощь, возможно, даже вы могли бы решить свои проблемы такие, о которых сейчас, например, да, вы можете не подозревать. Вот. Такое тоже вполне возможно. Вот. А бегать по врачам, это, по сути, ну, в какой-то степени подкреплять свою такую ипохондрическую стратегию, жизненную стратегию, ипохондрическую, потому что, ну, как бы, вы ищете болезни, да, а болезни, они, ну, условно говоря, там, не ищут, да, вот, и, соответственно, вы начинаете от этого зависеть. Вот, кстати, нет ли такого, что вам не хватает, допустим, внимания от своего мужчины? Нет ли такого, что вам, что вы чувствуете себя, там, условно говоря, брошены, там, одинокой, покинутой и так далее? Вот это тоже может быть в известной степени как бы поводом. То есть подумайте над тем, какую выгоду вы можете получать от этого. Вот. Подумайте, какая выгода может быть. Если вы увидите, что вы получаете благодаря этой ситуации, безусловно, неприятно, да? Вот, то многие проблемы для вас будут, ну, решены. Вот. То есть вы увидите, с чего вам не хватает, да? Вот, и, соответственно, увидев это,
увидев то, чего вам не хватает в личности, понять, как бы вы могли бы, там, условно говоря, себе это дать, да? Вот. Ну, там, другим способом каким-нибудь. Вот. И таким образом вам будет легче поменять свою, ну, модель поведения на что-то другое. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Вот, надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.